Днепропетровский государственный университет внутренних дел совместно с будущими патрульными Днепропетровска устроили новогодний праздник для детей, лишенных родительской опеки, детей-сирот и детей из семей переселенцев из зоны проведения АТО. Это было около 100 ребят из Центра социальной реабилитации, детского дома «Барвинок» и городка переселенцев, обустроенного в Днепропетровске для семей, которые приехали с востока Украины. А начался праздник в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи имени Макарова. Открыл его ректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел Виталий Глуховеря. Новый год – это самый лучший в мире праздник. Из-за того, что это каждый год что-то новое, что-то хорошее, всегда надежды ждешь для того, чтобы было у нас мир в этом году, который наступит, 16-й, чтобы у нас было благосостояние нормальное, чтобы экономическая политика нашей страны поднялась вверх, и чтобы люди жили много лучше. Концерт для детворы был действительно уникальным. Посмотрите, танцевальные и акробатические номера с использованием светодиодной иллюминации были захватывающими и яркими. Были и сладкие подарки, и вот такое огненное шоу с использованием пиротехники. Больше всего понравилось выступление людей, их маски, их настрой, музыка. Вообще чудесное шоу, непередаваемые эмоции.